Ребят, всем привет, с вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. И начинаем мы ее с покупок для контента. Сегодня я выехал на Ксюшином Мерсе. Переобую ей покрышки в Бусмотрсе. Новые зрители не поймут, скажут, какой это мажор на Мерсе. Но олды все знают. Покажу вам, что купил, потому что предзаказ оформил очень давно. И в итоге пришло с недельной еще задержкой. И вот главная покупка — GoPro Max. Это новая GoPro. Старт продаж был на прошлой неделе. И я давно себе хотел GoPro 360, вот эту камеру, которая первая еще. Но смотрел ее обзоры, смотрел, как обрабатывать видео. И то, что там рендеринг происходит очень долго. Ну, кадры офигенные получаются, особенно если снимать с крыши. То кадры реально очень крутые. Я видел видосы дрифтовые с 360 камеры. Прям реально новый уровень. Поэтому я подумал, надо обязательно себе такую камеру взять. Смотрел обзоры. Там еще две карты памяти надо, еще что-то. И потом просто вижу, что скоро выходит новая GoPro Max, которая, ну, еще лучше. Плюс ее можно использовать не только как 360 камеру, просто как обычную GoPro. И подумал, что подожду-ка я месяцок эту камеру. И вот, наконец-то дождался. Я надеюсь, будет вообще крутейшие ракурсы, крутейший контент. К ней у меня тут монопод. Одна просто карточка на 64 гига, это для 6 GoPro. У меня там очень часто, ну, просто она зависает и пишет, что ошибка карты. Поэтому пора заменить карту. И супер дорогая карта Extreme Pro, чтобы прям все записывал четко там и так далее. Узнаете дугу? Днем она, конечно, совсем другая. Самое тут сложное место — это вот тут, когда выходишь из поворота, и тут очень длинная прямая, видите? Она реально длинная, просто когда едешь боком, она не кажется длинной, и ее надо сделать просто в одну манжу, то есть это очень так продольно. И потом есть вторая такая мини-дуга. Страшно это смотрится, очень страшно. Днем. Я забыл, как эта технология называется, но как только ты разгоняешься, руль сразу становится таким, ну, жестким. Это значит, электроусилитель стоит, наверное. Хотя у Toyota эта тема тоже есть на марках, по-моему. Ну, конечно, он едет очень плавно, очень хорошо держит дорогу. Я не представляю, как едут всякие заряженные, типа AMG, Mercy. Наверное, вообще там просто люто круто. 140, и это не кажется 140. На Лавре 140, это ты уже вообще летишь. Я примчал в Бусмоторс, ребята там занимаются четверочкой. Пойдемте посмотрим. Гош, привет. Здорово. У нас тут идет установка пластикового капота. Устанавливаются вот такие замки капота, ну, самые обыкновенные. Я их покупал, их 4 штуки получается, чтобы капот полностью снимался. Удалили мы эту стандартную систему, чтобы спокойно снять капот и можно было подойти, там, обслужить двигатель или что-нибудь посмотреть. У меня так в пятерке сделано, очень удобно. Также здесь уже прикручена задняя крышка, тоже пластиковая. Вот так она закрывается. Будет она тоже на спортивных замках. Скорее всего, это будут такие, знаете, на пружинке. Очень легкая. Аккумулятор у нас будет, естественно, перенесен в багажник, а точнее на заднюю ось. Вот здесь под него уже зачистили. Будет посередине, не сбоку, потому что по бокам будут еще догрузы. Здесь Серега делает площадку под аккум, кастомная площадка. Получается, она сделана из профилей, которые сварены между собой, и шпильки. Сверху будет пластинка и барашки. Ну, все покажу. Загнали тут на подъемник Ксюшиного Мерса, чтобы было удобней. Посмотрели ребята, сказали, как новое. Так оно и есть. Все, зацеп безопасности. Переобули на зимнюю резину. Все в лучшем виде. Я тут распаковал новую камеру, новую GoPro, и провожу прямо сейчас ее тесты. Вы можете наблюдать Пархо, который там что-то сваривает. Это так непривычно говорить. В общем, смотрите, как она работает. Очень даже прикольная картинка. Можно перевести сюда. Можно посмотреть на жигу. И, в принципе, звук обещали, что он будет хороший. Не знаю, 6 микрофонов. И, кстати, отдельно как-то можно настроить. Так, сейчас подснимем Пархо-сварку. Йоу. Жига готова отправиться в малярку. Но, к сожалению, малярка сейчас немножко отодвигается. Думали сегодня отправлять, но ребята там взяли сейчас в работу машину. Ее доделают, и тогда после заедет жига. Потому что мы уже и так сами два раза отодвигали сроки, потому что думали, в конце прошлой недели доделаем, потом думали на выходных. В итоге только сейчас вот все доделали, чтобы спокойно ее отдать в малярку.
пластиковый капот установлен. Вот так это все смотрится. Замки приклепаем уже после того, как оно покрасится. Все встало в зазорчики. По мелочи тут, естественно, дворники сняли. Будут новые поводки стоять. Сейчас нет смысла их ставить. Вот этой антенны не будет, надеюсь. Салон тоже надо весь убрать, просто от проводов. Ну и все красить уже. Задняя крышка тоже установлена. Надо только замки купить. Но это тоже уже после того, как она покрасится. Бампер еще надо будет снять. Самое время затестить 360 съемку в темноте, потому что у GoPro-шки это очень важно, как она снимает в темноте, так как, во-первых, мои видосы, мне кажется, наверное, процентов 50 как раз таки снимаются ночью, ну и всякая постройка корчей, дрифтовых тачек, она снимается, конечно, днем, но всегда в помещениях. Но на самом деле съемка ночью для меня очень важна, и Sony с ней справляется лучше, чем GoPro-шка справляется, это в любом случае до этого так было. Сейчас как раз сравним кадры именно вот в 360, как она в ночи. Сейчас гуляю по гаражам. Опять же, здесь у меня получается монопод, я покажу вам его чуть попозже. И сама GoPro-ха. У нее есть функция съемки 360 видео и еще есть функция обычной GoPro-хи. То есть ее можно переключить, и она становится обычной GoPro-хой. Плюс сейчас вот я смотрю в мониторчик, уже не смотрю, что он погас, и вижу себя. Давайте зайдем в гараж. И здесь еще что очень важно на 360 камере, я так понимаю, что не двигать самой камерой, то есть двигать уже потом картинку, а руками как бы, ну, камеру не направлять. Можно в 360 сделать обзор гаража, все увидеть сразу. Вон там кубки стоят, вот там вот наклейки висят, здесь плакаты и все такое. Я читал комменты к предыдущему выпуску, и некоторые ребята сказали, что, Серега, у тебя там разборка уже в гараже. Ну да, по сути, разборка Ниссанов, разборка Сильвий. У меня тут еще есть запас как пилиты 8 на зимний сезон. 6 покрышек. Ну, 2 сразу пойдут на морду, на мою пятерку. И с морды, наверное, на жопу покину, в стриту откатаю, а вся остальная уже хака пойдет только на соревнования. Потому что, как показала практика, хакапелита, ну, дорогая резина, нужна только на соревнованиях. Причем, ну, 2 покрышки на один этап получается. Ну, плюс еще какая-то тренировочная резина должна быть. У меня, кстати, еще с прошлого сезона остался Hankook Winterpike. Вот этот. И хакапелита 7 осталась. Еще у меня, кстати, есть 15-й Мишлен, который в мою жигу, наверное, не поместится нормально. Что прошлые тесты мне показали, что надо реально делать машину повыше, чтобы 15-я резина вместилась. Ладно, пойдемте еще в темноту. В Бусмотерсе переобули Ксюшин Мерс на зиму. И сейчас разгрузил покрышки в гараж, в принципе, и поеду домой. Не знаю, мне сейчас срочно нужна какая-то тачка, на которой можно кататься вот прямо в такую погоду. Потому что вроде как и минус на улице, вроде как даже снега лежит немного, но на жиге не покататься, потому что везде сухо, на парковках льда толком нету. Лавр не готов у меня, чтобы кататься, потому что сейчас вот на лавре самое то. Была бы слива готова, я бы на сливе выехал. Но опять же, слива тоже не готова, мы ждем коробку, точнее даже 2. Дима с Gearset отправил коробки, то есть одна моя, другая тестовая. Какой-то будет очень интересный карабас, потому что одна просто усиленная, причем с шифтером от 110-го морчка. И теперь, я надеюсь, с переключением не будет никаких проблем. А вторая коробка усиленная, 154-я, но с кулачковыми 3-4 передачи. То есть можно без сцепления включать передачи, и это ускорит, ну, так сказать, драг заезды. Именно можно будет не тратить время на долгие переключения со сцеплением. Раз, воткнул и поехал. Ну, выслал мне затестить, чтобы я сам покатался, показал вам. Вот, я надеюсь, эпопея с коробками у меня наконец-то закончится, потому что я реально вспоминаю все выезды сливы и чем они заканчивались. Ну, один раз это был мотор, а в остальном это была коробка. Потому что каждый раз возвращался, у меня там то передача не вставлялась, то еще что-то. Мне все-таки кажется, ну, на данный момент это проблема в кулисе. Посмотрим, в любом случае, сделаем, доведем до ума, я обещаю. Я понимаю, что уже конец, ну как, даже не конец лета, уже конец сезона.
слива все толком не ездила, так что прям стабильно, знаете, катаемся. Обычно это выезд, какая-то поломка, обратно в сервис. Но вот так вот пролетело время. Машиной реально занимались, на машину там денег не жалел нисколечки. Но все равно вот так вот бывает, то что раз и сезон прошел. Хорошо, что был и есть Лавр. Лавр сейчас у Димы Квасова. Он сказал, что ну, попробует разобраться в проблеме, чтобы на мозге ЯКУ Мастер починить это все дело. Скоро, я думаю, приедем к нему, посмотрим, что происходит с Лавром, потому что уже хочется наваливать на нем, на самом деле. Даже с пропуском, мне кажется, можно навалить, потому что кататься, короче, охота очень. Вот. Ну, а по Лавру, по мотору я еще до конца не решил, но, скорее всего, это будет RB25 Dead Neo, просто хорошо собранный. Ну, то есть взять реально, разобрать мой мотор, у которого компрессия 5, и собрать уже нормальный двигатель. В бюджет где-то 100 тысяч уложиться. Ну, только на запчасти, я имею в виду. И надеюсь, что получится хороший, добротный РБ, который можно будет сделать на 450 сил. Конечно же, к нему докупить впускной коллектор. Конечно же, нормальный аутлет купить. Сделать хороший выхлоп, то есть убрать там резонатор, который заужает. Поставить большой кулек, чтобы не было жиклеров. И тогда Дима сказал, что 450 вообще в легкую можно получить, даже не меняя выпускной коллектор. То есть просто на этой турбине. Ну, естественно, поменять форсунки, потому что мои форсунки, он сказал, что они вообще очень такие плохие, старые. И это видно, что у них большущий пробег. Ну да, они из бушной Subaru Impreza STI, по-моему. Поэтому, конечно же, им, наверное, капец. Ну, просто купить новые форсунки, это будет стоить 25 тысяч рублей. Коллектор впускной, ресивер некоторые называют. Он будет тоже стоить где-то, наверное, около десятки. Ну, Фредди, так называемый, китайский коллектор. Но они говорят, хорошие. Ну, остальное это проточить блок, купить или ремонтные поршня, или купить кованые поршня, оставить стоковые шатуны, прокладки, сальники. Ну, наверное, вкладыши поменять. Переключился на Соньку. Хочу вам показать, как выглядит GoPro Max, когда я снимаю. То есть я просто вот так вот на вытянутой руке ее держу. У нее здесь монитор, ну и сама линза камеры. И здесь тоже линза камеры. Она такая небольшая. Вот на этом моноподе. Он, кстати, давался в подарок по предзаказу. Вот так и снимаю. Но я очень хочу с этой камеры снять именно ракурсы на развязках. Или в каких-нибудь узких спотах. Когда будет полностью тачка помещаться, может быть, даже добьемся вида, как в NFS, в GTA. Буду экспериментировать, потому что очень хочется мне новых ракурсов каких-то. Заехал на парковку, на которой мы гоняли в прошлом году. Думал, сейчас, может, здесь лед, кто-нибудь гоняет на жигах. Но здесь льда нету, асфальт. И самое печальное, что, походу, в этом сезоне будут жестко, так сказать, жестко поджимать зимний дрифт. Потому что вот эта парковка у Рио, на котором мы гоняли в прошлом сезоне, она вся вот в грибках так называемых, реально вся. И здесь вот этот был наш конфиг. И там дальше. И другая парковка, на которой мы постоянно тусили, она тоже вся в грибках. Еще с лета они там стоят. Не знаю, может быть, конечно, их когда снегопад начнется, уберут. Но мне кажется, они для этого и ставились, чтобы никто не катал. С грибками, конечно, сложнее убирать снег этот, который выпал тракторам. Но я думаю, это грибки антидрифт в любом случае. Расскажите, как ситуация в ваших городах? Сколько у вас закрываются парковки? Вот, ну, таким методом закрываются. У нас, по-моему, реально сейчас практически все парковки именно вот с грибками. Не покатать будет вообще. Я не знаю, что будет происходить. Прикиньте, сколько народу готовится к зимнему дрифту. Во-первых, те, которые летом катаются. Ну ладно, а вот те, которые только на зимнем дрифте. Есть такие реально ребята. То есть, я думаю, вы заметили, кто смотрит там давно мои блоги, что зимой, ну, тусовка немножко другая. То есть реально люди, которые катают только зимой. И, соответственно, они там строят жигу, подготавливают ее. Короче, зимой в любом случае дрифтеров больше. И людей, кто хочет катать, и, в принципе, и возможность зимой катать, она проще, потому что бюджеты не такие большие, как летний дрифт. И что будет делаться, когда все парковки закрыты, везде грибки эти, я не знаю, это ж, куда все поедут. Просто было бы, реально была бы альтернатива, куда ехать, ну, как-то вменяемо, даже за деньги вменяемо. Ну, будет, конечно, культура заноса, но... Насколько я помню, там тоже есть проблемы с покрытием, потому что чем хороши парковки? То есть снег выпал, и все катают. Большая площадь, так сказать, и лед не так быстро тает. А когда снег выпал на культуре заноса, и туда приехали целый день катать, на следующий день там нет снега уже. И как бы в Питере особо тема залить трассу не получается.
потому что погода у нас совсем другая. Поэтому на культуре заноса в прошлом году, ну, не так часто можно было хорошо покатать, но в любом случае в этом году тоже там будем. Ну и вообще хочется, конечно, просто на парковке гонять. Ребят, обязательно делайте тихий выхлоп, если вы будете, ну, просто кататься там не на соревнованиях. Для соревнований, да, эффект вау, он должен быть, он нужен. Чтобы, так сказать, в квали быть повыше, нужен эффект вау. А это у нас громкий выхлоп, ну или какой-то интересный выхлоп, и яркая тачка. Это вот, наверное, два самых главных аспекта, как выделиться из всей толпы, из массы, потому что зимой-то участников очень много, и как бы, в принципе, все едут хорошо, ну, в целом. И если вы тоже едете хорошо, как и все остальные, то вам явно надо выделяться, потому что судьи — это такие же люди, они, ну, также целый день наблюдают эту квалификацию, и когда они уже видят там сотый проезд, у них, конечно, все замыливается. А когда у вас вылетает ваша жига яркая, с какой-нибудь расклейкой яркой, это не обязательно должна быть дорогая расклейка, это может быть просто вы баллонами, Монтаной или просто какими-нибудь полосками сделали какой-то арт. Еще она хорошо звучит, ваша жига, то вам точно накинут за стиль пару баллов. То есть даже если такой дисциплины как бы не будет там за стиль, то все равно вам накинут баллы, потому что у вас яркая жига и потому что она выделяется из серой массы. Как раз таки вот красноярскую жигу мы делаем по принципу яркая тачка. Ну, естественно, она должна ехать, естественно, показать хорошие результаты по зацепу и по управляемости. Но немаловажный аспект такой — это вот именно яркая тачка. Не знаю, как она будет звучать, но нарядная машина, она точно привлекает больше внимания. Судьи на квалификации будут видеть: вау, яркая тачка, обратим на нее внимание, посмотрим, как она едет более детально. Я, конечно, ни разу не судил соревнования, мне хоть и предлагали, я, если честно, отказывался, потому что это очень сложное дело, во-первых, очень ответственное дело, и тут реально нужен наметанный глаз, потому что надо там посмотреть, и за клипером проследить, и проследить, как первый проехал траекторию, проследить, как второй проехал за первым. Короче, большая работа. Ладно, тут все в грибках. Кстати, вот на этой части парковки, где мойка, здесь нету грибков, но тут очень, ну, мало. Так вот, да, я хотел сказать, что ставьте обязательно на стрит себе тихий выхлоп. Я понимаю, что когда вы там делаете выхлоп и заводите, и она там рычит вся, это круто очень, реально круто. Даже жига может красиво звучать. Но все-таки, когда вы долго катаетесь, во-первых, тихий выхлоп, он не мешает жителям, так сказать, города спать и никого не бесит. Зимой все-таки нету визга резины, по льду катаешься, и как бы, когда тихий выхлоп, ну, жигу практически не слышно, она там что-то ездит и ездит, там крутится. Шипы только слышны. Ну и плюс тихий выхлоп еще хорош для вас, потому что можно бесконечно катать. Зимой-то машина не греется, вы почти не отдыхаете, и можно бесконечно катать, катать, а когда у вас громкий выхлоп, я на себе проверял, он реально давит на голову в итоге, на уши давит, и просто устаешь быстрее кататься. Поэтому тихий выхлоп, one love. Расскажите, как у вас обстановка с парковками, ставят ли на них сейчас грибки активно, есть ли где катать. В Питере реально катать практически негде. Ну, то есть так вот, чтобы приехать, покататься. Я даже готов там, не знаю, за город куда-то уехать. Была бы парковка просто с фонарями и кататься там. Но это вечная проблема, мне кажется. Может быть, когда-то за нее возьмутся и сделают какие-то площадки для, ну, той же самой молодежи, да, можно так назвать. Хотя я уже, наверное, не молодежь, старик. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки за это возьмутся и сделают площадки, ну, в каждом районе по площадке большой, и все. Я думаю, там все будут и тусовки, и все будут там катать. Так, пора доставать, на самом деле, GoPro-шку и смотреть, какой ракурс получится. Итак, поехали. Сначала в салоне мы тестим, насколько крутой ракурс. О, можно вот так вот ставить камеру, когда дрифтишь. Здесь ее как-то нормально прикрепить. И как будто вы со мной вместе в машине на пассажирском сидите и смотрите дрифт. Как вам такой ракурс? Прикольный, по-моему, ракурс, чисто с пассажирского. А так, конечно, хочется затестить именно, что будет, если, во-первых, на полный монопод открыть. Ну и, конечно же, вытащить камеру. Be
из-за ветра, конечно же, будет ничего не слышно, но я думаю, ракурс вы заценили, и я заценю его на монтаже. На этом серия подходит к концу. Сейчас такое некое межсезонье между летом и зимой. Такое немного затишье, но я обязательно что-то придумаю интересное, потому что надо двигаться дальше, надо снимать интересный контент. Хочется на самом деле, вот мы сейчас строим Жигу, думаю, блин, прикольно, хорошо, что строим Жигу, потому что интересно, что-то прикручиваем, что-то делаем новое, про это я снимаю, рассказываю. Мне самому самое главное, очень интересно это все показывать, рассказывать. Поэтому, мне кажется, нужен какой-то проект мне на зиму. В прошлом году у меня была перестройка сливы, я постоянно снимал, там мы собирали мощный мотор. В этом межсезонье тоже надо что-то летнее по-любому делать. Ну, мы будем собирать лавра, да, но на лавре все-таки хочется иногда зимой наваливать, потому что бывает такое в Петербурге, когда снега мало и шестнаря реально не хватает, и поэтому лавр самое то. Вы помните, как, например, прошлый новогодний видос я снимал, когда еще ракурс типа а-ля GTA такой с елкой. Вот это было именно для лавра погода. Лавра хочется оставить межсезонным таким, ну и под конец зимнего сезона его восстановить. Вот, ну полностью восстановить, переклеить, все как обычно, в принципе. Надо задуматься о еще каком-нибудь проекте, походу. Я SX, если честно, так и не нашел. Все думают, что вот, Серег, мы там переходим на автоспот, где SX. На самом деле SX в процессе поиска. Ну, я каждый день штудирую все сайты, и русские сайты, и белорусские сайты, и какие еще? Казахстанские и другие страны СНГ тоже я смотрю, но, к сожалению, пока не вылазит нормального варика, именно тот варик, который мне нужен. Также я вообще смотрю разные сливоподобные тачки, может быть, что выпрыгнет хорошее на GZ, например, сразу. Я в поисках SX или какой-то похожей машины, поэтому я об этом не забыл точно. Все, что было в Питере, я посмотрел, вы увидели результат. В принципе, кстати, тот красный был неплохой. Если уж на GZ покупать, то надо на VTI-ном. Дима Квасов сказал, что с первого VTI-ного GZ можно спокойно снять, опять же, 450 сил, всего лишь на турбине и форсунках. Поэтому хочется, конечно же, VTI-ный, если уж сразу он будет стоять. С другой стороны, хочется все сделать под себя. Я смотрю, ну, моего любимого блогера Адам ЛС. Он мне, кстати, недавно писал в Инстаграме, прикиньте, типа, приезжай в Америку, подрифтим. Я такой, ну, мне бы визу, говорю, и тачку. Он такой, так, типа, без проблем. Не понял, что это значит, но я еще английский так кое-как знаю. Так вот, я смотрю его видосы, у него столько тачек. Ну, конечно, уже опытный блогер, плюс у него там подписчиков 2,5 миллиона. Но у него реально машин просто куча, они там все их строят, он постоянно катается. Блин, прям вдохновляют меня такие люди. Поэтому есть к чему стремиться, и точно на двух тачках, на двух корчах не стоит останавливаться. Тем более, это как бы мой реально ритм жизни такой. Мне нравится и кататься, и участвовать в постройке автомобилей. Вот такие дела. Ребят, спасибо, что смотрели эту серию. Спасибо, что поставили лайк. Перешли по стилочке. С вами был Серега Стилов. Всем пока. До новых встреч.